Депутат Сената парламента Республики Казахстан Гумар Дюсембаев и секретарь областного маслихата Умирзак Зинулин также посетили Макатский район, где побывали в акимате района, встретились с депутатами маслихата. Депутат отметил важность изменений, которые были внесены в 87 законов, доложил о шагах в направлении решения социальных проблем страны. Депутаты района остановились на вопросах развития сельского хозяйства. Так они говорили о проблеме нехватки орошаемых земель. Депутаты высказали предложение об увеличении грантов для реализации проектов предпринимательства. Сегодня мы приехали в Макатский район, провели встречу с депутатами района, выслушали их мнение. Также встретились с акимом района, рассмотрели ход выполнения программ. За эту свою поездку я посещаю 4-й район и 5-й город, встречаюсь с активом, с представителями старшего поколения, выслушиваю их предложения.